Раз-раз, щелк-щелк. Угу. Я пока напомню, что те студенты, которые зарегистрируются на наши образовательные проекты до 2 часов сегодня, получат возможность прямо сегодня поговорить о своем будущем, там, возможных каких-то эффектах от образования, которые с ними могут произойти, чему и как учиться, нужен ли вуз и все вот эти вопросы, мы можем с вами обсудить в небольшом кругу, так сказать. Также приглашаем тех, кто регистрировался ранее, если вдруг такие здесь есть. И еще в конце субботника, после 2 следующих докладов, мы с Денисом и, может быть, еще с кем-нибудь из наших сотрудников готовы там провести что-то вроде экспресс-консультации на тему использования каких-то технологий, потому что кучу всего видели, многое использовали. И если есть какие-то срочные вопросы там по архитектуре, технологиям, там, не знаю, какую базу данных, вкрутить еще что-то, мы можем об этом поговорить, если будут желающие. Что за это панические настроения в чате? Прекратите. Да, вопросы можно задавать, конечно. Вы имеете в виду к предыдущему докладу? Так, книгу по тестированию, ну, это, скорее всего, если вы, например, регистрировались на тестирование, вот по одной из ссылок, которая была выше, то там вроде как в рассылке приходит вся эта информация, какие книжки почитать, какие вообще есть на эту тему варианты. Но если вы не подписывались там, не знаете, то мы, конечно, можем вам сказать. Я вам сходу сейчас не посоветую, напишите нам на почту, и мы... Да, вот Юлия Ашаева здесь. Юля, может быть, ты тогда в чате ответишь сразу на вопрос человеку, раз уж ты тут. Я просто в книгах по тестированию не очень разбираюсь, а тестировщики таки да. Я вижу, что какие-то регистрации идут сейчас. Так, еще вижу вопрос какой-то. Был ли у SevenBits такой легаси, который еще на... На досе? Нет. Наверное, вот, я не знаю, Денис, может быть, поправит меня. То есть у сотрудников 7bits, когда-то до 7bits, это точно было, вот так скажем. И у меня было, и у Дениса было, и у Евгения Тарасенко наверняка было. Вот. А вот внутри 7bits скорее нет, чем да. На Turbo Pascal я писал немножко. Ну да, но имеется в виду, наверное, вот сейчас есть ли какой-то проект, который тащится с каких-то таких древних времен? Я сейчас чуть-чуть скажу про один проект, но там, к сожалению, NDA, и я слишком много подробностей дать не смогу. Но был у нас проект пару лет назад, где мы писали фронтенд, который взаимодействовал с бэкэндом, которому было на тот момент уже 20 лет, и там был консольный интерфейс, и, скорее всего, на досе. Может быть, вот те, кто из присутствующих, если есть, кто там сидел, могут меня поправить, DOS там был или Linux все-таки уже. Но смысл в том, что эта система была написана очень давно, она работала достаточно хорошо, менять ее никто не планировал, просто раньше пользователи пользовались вот этим консольным интерфейсом. И для того, чтобы им воспользоваться, сотруднику нужно было его изучать, там были сложные мнемоники, нужно было их запоминать, заучивать. Квалифицированные сотрудники были на вес золота, которые могли быстро в этой консоли работать. А мы делали вот веб-интерфейс, но в итоге все, что мы делали, преобразовывалось в те самые консольные команды и уходило на тот старый бэкэнд, который прекрасно справлялся с большими нагрузками. Вот. Так что вот такое у нас было. Как говорится, работает не трожь. Зачем его переписывать, если он прекрасно справляется? И достаточно просто сделать красивую мордочку, где пользователи могут тыкать мышкой, а бэкэнд как работал, так и работает. Ну, уже 47 минут, на самом деле. Да, все, давайте. Давайте начинать. А у меня такой маленький еще вопрос есть. У всех был проект, где логика была вся на хранимках? Да, у меня был. Конечно, был. Понятно. То есть я не один счастливчик. Работал, кстати. Вот Миша опять же, да, как без Миши, когда слово «хранимки» произносится.
Мне кажется, Миш, у тебя это не так давно было, вот в твой последний заход в банк. А что было, извини, послушал? Хранимые процедуры и логика в них. Да, это полностью система написана на хранимых процедурах. Там большое преимущество в том, что так как это один язык, на котором все делают, у тебя очень мало надо специалистов, чтобы это все поддерживать. У тебя буквально надо знать два языка и все. То есть нет такого, как сейчас, что тебе нужен там DevOps, чтобы это все развернуть, там менеджер-разработчик. Это все очень быстро, маленькое и очень компактное ядро. Ну да. Как это тестировалось? Как тебе сказать, бизнес-логика, она такая, то есть, ну, я писал какие-то автотесты небольшие, и все, как бы, там не нужно прям супер тестирование, потому что оно маленькое, понимаешь, когда мало кода, его мало нужно тестировать. У тебя нет большой такой проблемы интеграции, у тебя нет интеграции между там бэкэндом и фронтендом, соответственно, этого не нужно тестировать, и это прям замечательно. Ноу-код подход, понимаешь, ноу-код. Нет кода, нет... Ноу-тест. Не знаю, у меня ровно противоположный экспириенс, там порядка 600 хранимых, то есть я не знаю, много это или мало, но на тот момент мне показалось, что это, ну, невозможное количество. Давайте перенесем эту дискуссию на после докладов, как раз вот там могут люди... 35 плюс собраться и обсудить свое прошлое, так сказать, если очень хочется. Давайте продолжать. У нас ребята ждут, когда им предоставят слово. Сейчас Владислав Марченко и Юлия Зарецкая представят свой доклад, как им довелось поработать на Legacy-проекте. Скажите, видно ли? Все нормально? Да, все хорошо. Хорошо. Меня зовут Юлия Зарецкая, со мной также сегодня выступает Влад Марченко. И в предыдущем докладе вы послушали о том, как архитектуру можно планировать, а вот мы вам расскажем о том, что может случиться, если архитектуре во время разработки не уделить достаточно внимания. Рассказывать будем на примере проекта, на котором мы с Владом были уже почти год назад. Но сначала расскажем немножко о том, кто мы вообще такие. Мы фуллстек-разработчики из 7bits с 2018 года. И до проекта, о котором дальше пойдет речь, мы всегда работали на проектах, которые были написаны нашими коллегами из 7bits. Эти проекты нам были близки как-то по духу, по решениям, которые там принимались, по стеку технологий. Там использовалось все то, чему нас обучали, и это все было привычно. Да, поэтому с учетом всего вышесказанного можно сказать, что это будет история нашего небольшого роста. Собственно, проект — это CAD-система. Наверное, от стандартных она отличается только тем, что она в браузере. Если кто-то не знает, что такое CAD-система, то это интерфейс для рисования чертежей. Вот. А бэкэнд там был на Lua, фронтенд был на JS и jQuery. Вот тут небольшой такой спойлер, они немножко сплелись. Вот. Также самому проекту уже 10 лет, он там и разрабатывается он в основном фрилансерами, ну, в общем, заказная разработка, очень распределенная, поэтому насчет архитектуры там могут возникнуть большие вопросы. Вот. На самом деле, с учетом, вот здесь можно увидеть такой пунктик, как backend на Lua. Наверное, вы не очень часто видите backend на Lua в последнее время. Вот. Но, да, тут такое произошло, и на самом деле после этого проекта, когда я действительно уже поработал на чем-то серьезном. Это не по столу, это по футболке, извините. После этого мне Lua очень сильно понравился. Вот. Вот с учетом вышесказанного, то, что это Legacy проект, распределенная разработка, мы столкнулись с некоторыми интересными решениями в том, как организован код. И самое первое, что нам бросилось в глаза, это, например, размеры файлов и то, как они структурированы. Там постоянно скакали скобки, было очень плохое форматирование, и многие файлы достигали очень больших размеров. Например, рекорды у нас такие: 40 тысяч строк на Lua и 60 тысяч строк на JS, это вот отдельный файл. Вот, на слайде вы как раз видите мини-карту первых, наверное, 5000 строк одного из таких гигантов, и вот как назло приходилось больше всего работать именно с этими файлами.
Вот. Такой размер файлов сразу привел к проблеме. Мы не смогли использовать наши привычные IDE. То есть файлы либо вообще не открывались, либо бесконечно индексировались. Почему вообще стоит разбивать код на компоненты и как-то разносить их по разным файлам? Такой подход, он делает структуру кода более понятной и легкой для восприятия. То есть разработчики, они даже при очень беглом чтении по коду смогут понять, что он делает. Гораздо проще становится добавлять какой-то новый код, новые фичи, и легче какие-то функции, какие-то части кода переиспользовать. Но есть при таком подходе и проблема. В одном большом файле действительно может быть проще что-то искать, ну, и проще и быстрее, чем в десятке разных файлов. Это да. Затем, следующая проблема, с которой мы столкнулись, было очень много ифов, были очень большие полотна внутри ифов, весь роутинг был сделан через if, в общем, все было if. Как я уже упомянула, участки внутри кода, внутри ифа были очень большими, они никуда не выносились, и очень тяжело было разобраться, где какой случай, как обрабатывается, где он закончился, где начался другой, или это вообще какой-то еще один вложенный if. Вот. Помимо этого, также могли быть конфликты, то есть было какое-то общее место в коде вот с этими ифами, и разработчикам нужно было добавить какую-нибудь новую ветку этого ифа вот двум разным, и, ну, естественно, случались конфликты в одном месте. Вот. Ну и помимо этого, если вы используете очень много ифов в своем коде, особенно если они вложены, то код начинает так съезжать вправо, и ну, смотреть немножко неудобно. Как это можно было бы вообще решить? Какие есть подходы для избавления от ифов? Ничего плохого, в принципе, в подряд идущих ифов нет, если вы там, проверяете какую-то одну переменную, например. В таком случае можно заменить ифы на switch. В проекте, кстати говоря, switch встречались, и это немножко упрощало чтение. Вот, помимо этого, стоило бы выносить большие полотна внутри тела ифов в какие-нибудь отдельные методы, а в самих ифах или в switch'ах оставлять только вызовы. Это очень сильно повышает читаемость кода. Вот. Вообще, в идеале, стоило бы использовать какие-то другие подходы, например, реализовать роутинг через мапу. То есть, когда у вас ключами могут быть значения вот переменной, которые вы проверяете, по которой вы хотите ветвиться, а значениями могут быть какие-то callback-функции, которые вам нужно вызвать для обработки случая какого-то. Или же можно использовать, например, паттерн команды, когда вы совсем разделяете команды и объекты, которым эти команды должны вызываться. Да, помимо всего этого, встретился еще и частичный сервер-сайт рендеринг. Как мы уже сказали, проект очень старый, ну, как очень, достаточно старый. Вот, появился еще тогда, когда все эти ваши реактивные фреймворки с виртуальными дом-деревьями еще не были в тренде, и очень многое рендерилось прямо на бэкэнде. Вот. Но так как это все развивалось, в итоге получилось так, что появился еще и фронтенд на jQuery. Вот. И получилось так, что половина интерфейса собирается где-то на бэкэнде, половина интерфейса собирается на фронтенде, и еще ко всему этому, какие-то JavaScript-функции писались прямо на бэкэнде, либо просто вызывались. Вот, то есть, например, на фронтенде объявлена какая-то функция, вот, но чтобы интегрировать какой-то новый кусочек интерфейса, нужно было на бэкэнде сгенерировать JavaScript-код и отправить его на фронт, чтобы он вызвал эту функцию. Вот. Собственно, ничего плохого в сервер-сайт-рендеринге нет, в принципе. Некоторые сайты до сих пор так и работают вполне успешно. Это очень подходит особенно для всяких блогов. Вот. Но важно определиться, где же будет находиться вообще это все. Либо вы действительно разделяете полностью фронтенд и бэкэнд, либо вы делаете все на сервере. Либо еще какую-то вариацию, которая будет четко определять, где что находится. Вот. Помимо этого разделение. Ну, и такой небольшой. Вот. И еще небольшой такой комментарий в плюсик в разбиение на фронтенд и бэкэнд. Это позволит лучше сфокусировать разных разработчиков, то есть кто-то они смогут специализироваться, кто-то будет только интерфейс делать, кто-то будет делать только логику там и данные ворочать. Вот. А принципы ОП, как я думаю, так понятно, тоже пострадали. Мы не будем тут
все принципы солид рассматривать, но самый бросающийся в глаза – это single responsibility. Очень часто встречалось такое, что какая-то функция, которая, казалось бы, должна просто открыть диалоговое окно или закрыть это диалоговое окно, делала помимо этого еще какую-то грязь, отправляла запросы на бэкэнд, которые меняли состояние всего приложения, удаляла данные из глобального хранилища. Тут как такового, конечно, не было, но было его подобие. Вот. И получалось такое, что, например, ты работаешь в каком-то сайдбаре, параллельно открыто какое-то еще окошечко, и нужно просто закрыть этот сайдбар. Мы, конечно, видим функцию close sidebar, думаю, все отлично, сейчас сработает. И нет, она помимо этого еще очищает какие-то данные, которые используются в этом окошке, которое открыто рядом. Не дело. Что мы можем предложить? Использовать все-таки принципы ОП, хотя бы немножко их использовать, даже если вы пишете не на Java, не на каком-то еще ОП-языке. Solid и все эти практики хорошего кода, они немножко не про это. Они не про классы, не про наследование. Людей много, и все эти практики как раз-таки и сделаны для того, чтобы много людей могли без особых проблем, не мешая друг другу, внедрять какую-то новую функциональность. Или даже использовать какие-то наработки предыдущие. Edge склад ума разный, все могут код по-разному писать. А проект один. Надо как-то уживаться. Проект сложился таким, каким сложился. Так произошло, потому что на разные части проекта нанимались разные команды аутсорсеров. И, чтобы лишний раз не ломать то, что уже написано и работает, они там дописывали что-то свое сбоку, и поэтому все произошло вот так. И нам как-то пришлось с этим жить. То есть проект уже взят, мы от него не откажемся. Перерефакторить все под себя и все переписать, естественно, не получится, потому что это займет очень много часов, сил, денег, а тем временем нужно как-то доставлять фичи, и заказчик ждет. И дальше мы вам немножко расскажем о том, как мы с этим смогли ужиться. Самое первое, что мы сделали, это поменяли IDE. До этого мы использовали IntelliJ IDE, и, как я уже упомянула, она перестала справляться очень быстро. Мы перешли на VS Code и Sublime. Они гораздо более легковесные, в них эти большие файлы открывались без проблем, и возможно было работать. Помимо этого, там очень легко обмазаться разными плагинами и при этом сделать это без излишеств, то есть не перегрузить свою рабочую среду. Вот VS Code, помимо этого, еще и open-source, и чем это было полезно, вам расскажет Влад. Да, понятно, что такое open-source. Open-source — открытые исходники. То есть вы в любой момент можете взять и залезть в код и что-то там поправить. А в VS Code я это использовал так, что... Я, нашел какой-то плагин для Lua. Lua, конечно, не очень популярный язык в бэкэнд-разработке, но все же что-то на нем пишут. Там, например, очень много игровых каких-то фреймворков, Love 2D, Pika 8, хотя Pika 8 — это, конечно, не совсем фреймворк, но там тоже используется Lua. Поэтому кто-то, на нем пишет, плагин есть. Такой плагин я нашел, но у него была небольшая проблемка. Он использовал JDK для того, чтобы, просматривать код как-то. То есть language server, который VS Code очень сильно продвигает. И он несовместим был с OpenJDK, но он на самом деле был с ним совместим. Просто разработчик этого плагина решил, что будет замечательной идеей проверить версию Java с помощью регулярного выражения, в который мой OpenJDK не попал. Я, недолго думая, открываю JavaScript-код этого плагина и эту регулярку под себя правлю. Все, пожалуйста, плагин отлично работает. Тут уже в чате прозвучал Vim и Emax. Я бы с удовольствием ими пользовался, я уже несколько раз пробовал. И, естественно, там это все тоже запросто делается, потому что Vim и Emax тоже open-source. Под них тысячи плагинов, наверное, даже сотни тысяч. Но все же тут нужно было достаточно быстро разобраться, поэтому я перешел на VS Code. А Vim'ом пользовался, чтобы конфиги поправить. Можно дальше. Что еще нас спасало? У нас был трекер задач,
ну, как и на многих проектах, там было подробное описание, и помимо этого мы также писали большие доки с описанием того, как вообще работают какие-то отдельные части системы, какие-то отдельные функции, что вот, вот эта штука в этом большом файле делает. Это очень помогало, во-первых, понять, что происходит для человека, который пишет, а во-вторых, передать быстро задачу, если это было необходимо. Ну и в целом как-то быстрее делиться знаниями. Вот помимо этого, в наших отчетах, которые мы писали на заказчиков, у нас был раздел с проблемами и вопросами, и обычно он был очень большой, то есть мы не стеснялись задавать много вопросов. И эта секция, во-первых, помогала быстро получать ответы или находить людей, которые могут знать что-то и говорить с ними как-то подробнее. И в то же время это тоже способ передавать какие-то знания внутри команды, то есть делиться с тем, у кого какие проблемы возникли. Возможно, у кого-то это тоже возникало. Вот, и такой болезненный пункт оценки, то есть как-то приходилось оценивать новые фичи. Вот в этом всем интересном разнообразии каких-то решений, которые вот мы писали раньше. Как мы это делали? Вся фича дробилась на очень мелкие задачи, и для каждой задачи закладывалось много времени на изучение кода. То есть если бы мы оценивали вот эти фичи на каком-то более привычном для нас коде, оценки, наверное, были бы раза в 4 меньше. Так. Возможно, Влад куда-то пропал. Ну, в общем. Извините, я забыл включить микрофон. Собственно, да, что можно подытожить? Работать проект может так, то есть с такими, со всеми высшими перечисленными проблемами, причем иногда даже неплохо. Например, эта CAD-система работала на удивление быстро, при том, что там на бэкэнде Lua, на фронте JavaScript, jQuery, все это ворочается в дом дерева напрямую. Вот. Но работало это все, на удивление, неплохо. Вот. Но, конечно же, это все не просто так. Как мы уже сказали про оценки, это все делалось за счет большего времени, большего напряга разработчиков, потому что им нужно не просто подумать над тем, как реализовать фичу, но и проанализировать весь старый код и попытаться еще как-то в него внедриться. Вот. И, естественно, из этого всего выливаются большие деньги заказчика, потому что оплата часто почасовая, и вот, приходится больше платить. Собственно, еще хотел добавить, могло прозвучать, что тут какие-то очевидные вещи говорятся, но это к тому, что я сказал практически в самом начале, это получилась такая история нашего более, чуть более профорсированного роста как программистов, как, ну, как профессионалов, потому что мы работали еще не так давно, и мы познакомились со всем этим, мы профорсировали свой навык чтения кода, работы с разными инструментами, оценки задач, а также общение с заказчиком. Про общение с заказчиком мы, конечно, не рассказали, но это тоже было, нам пришлось очень много с ним общаться, чтобы уточнять все вот это. Вот, думаю, это что я хотел сказать. Собственно, спасибо за внимание. И перед тем, как перейдем к вопросам из нашего виртуального зала, у нас есть один такой вопрос. Определенно был какой-то момент в этом десятилетнем проекте, когда можно было остановиться, подумать и продумать, наконец, архитектуру. Как вы думаете, когда бы можно было это сделать? В начале? Как показывает практика, вначале не получается. И про это, кстати, был доклад про итеративную разработку. Вначале было 10 лет назад же. Ну что? Более начало было 10 лет назад. Но, тем не менее, наверняка у коллег, присутствующих на субботнике, бывали ситуации, когда, оглядываясь назад на каком-то большом проекте, где уже все сложилось так, как сложилось, вы думали, эх, вот если бы мы тогда взяли все-таки там паузу на месяцок, допустим, все отрефакторили, подготовили и дальше рванули, было бы сильно лучше.
Вот бывало у вас такое или нет? Поделитесь, пожалуйста, какими-то случаями. И в какой момент... Можно ли как-то обобщить, когда вот такое происходит обычно, и когда это лучше делать? Ну, вообще, из моего какого-то опыта. То есть ошибки архитектуры, они не видны вообще. И более того, есть даже такая вещь, что одна и та же архитектура, она может быть очень плохая или очень хорошая в зависимости от вариантов использования. Вот, поэтому, вероятно, ответ вот на вопрос Влада – это архитектуру надо пересматривать в тот момент, когда изменились требования. Ну, причем существенно. Например, вот у нас какой-то 2D-движок, да, и тут заказчик такой: ребята, а не могли бы вы добавить третье измерение? Ну, так, что вам стоит? Да, и вот тут движок сразу превращается в 3D, и, соответственно, это тот момент, где надо пересматривать, ну, кардинально архитектуру. В качестве примера вот такой. Угу. Спасибо. Еще есть какие-нибудь мнения? Можно я с точки зрения бизнеса отвечу? Давай. Вот мое такое мнение во всех, ну не в подобных проектах, а похожих на моей практике. Самая главная причина, почему так происходит, это итеративное изменение сознания и понимания самого заказчика. То есть когда заказчик делает этот проект, он растет вместе с проектом как личность, как предприниматель, как вот все остальное. И когда этот самый предприниматель в итоге понимает, каким должен быть продукт, куда он вообще движется, как сам, как руководитель, и куда он двигает этот проект, вот в этот момент важно менять архитектуру. Но для этого у этого самого предпринимателя и у бизнеса должен быть какой-то коуч бизнесовый. То есть это такая сейчас современная хорошая практика. Ну, то есть человек, который, или ментор, человек, который прошел, ну, скажем так, в этом бизнесе или похожем, ну, намного дальше, и примерно понимает, куда его ученик, в какую яму он упадет. Вот у меня вот такое мнение. Угу, спасибо. Ну тут вот ты сказал про предпринимателя, тут основная эта проблема вот в таких ситуациях и с этим заказчиком в частности, которого мы упомянули, да, что он-то не понимает, что есть проблема. То есть ему можно очень много раз говорить о том, что все там задерживается, что с оценками проблемы, что сроки сдвигаются, потому что уже пора бы что-то поменять в коде и так далее, но заказчик эту проблему решать не хочет, потому что он не понимает ее. То есть, и вот уже 10 лет, например, в этом проекте так тянется. То есть заказчик использует очень простой подход. Когда ему нужно написать какие-то новые функции, он просто нанимает новую команду аутсорсеров месяца на 3, дает им вот этот вот огромный легаси, просит быстренько впилить какие-то мелкие штучки, с его точки зрения мелкие, но они, правда, не очень большие. Типа добавить там какое-нибудь поле куда-нибудь или новое окошечко по аналогии с 5 уже существующими такими же и так далее. И он не понимает, почему это может занимать 2 или 3 недели. Потому что для него это... Я поэтому и сказал, что вот эти проекты – это отражение того, как человек мыслит. И пока он, грубо говоря, не созреет, когда до него не дойдет, что он делает что-то не так или не то, то вот эти объяснения, они, как правило, ну, практически невозможно человеку объяснить. Он должен до этого дойти каким-то образом. То есть ему можно в этом помочь, ментора отдать, не знаю, там... моделировать какую-то игру, есть графикация, специальные процессы. Можно там, ну, различные психологические подходы использовать. Просто я очень много с этим сталкивался, и причинять, когда человеку говоришь, давай тебе сразу сделаем хорошо, он говорит, и вот с ним этот путь надо пройти, и тогда есть вероятность, что из этого родится какой-то крутой, хороший продукт, если, конечно, он доживет до этого момента. Mm-hmm. Ну да, я это вот... Это больше про soft skills, мое мнение такое. То есть, я думаю, что предыдущие команды, наверняка ему тоже предлагали сделать все иначе, современными методами, подходами, но вот если этого не произошло, это проблема в голове заказчика. Да, я с тобой полностью согласна, поэтому мы в какой-то момент поняли, что с этого проекта надо уходить,
И даже несмотря на то, что нас там пытались оставить, уговаривали взяться за следующие итерации, мы просто отказались, и все, мы сказали, что мы не можем в такой парадигме мышления работать. Ну, то есть это правда некомфортно. Ну, это не то, что некомфортно, это тянет назад, потому что какой смысл, давайте сейчас будем на Windows 98 программки делать, ну, какой в этом смысл? Потому что заказчик хочет и платит много денег, но это в итоге... Это все равно, что отстрелить самому себе ногу. Я сейчас прям красиво все сделаю. И сделали, и ушли, и прям респект. Еще, мне кажется, есть такой момент, что если, допустим, какой-то проект работает на определенных технологиях, вот с точки зрения и заказчика, и разработчика, важно вовремя апгрейдить зависимости, так скажем. То есть на первый взгляд кажется, зачем, дескать, переходить на React там 16, если у нас все хорошо работает на 13. Вот. Но проблемы могут быть, такие, допустим, security bug. Да, и вот в 13 React, к примеру, будет какая-то очень серьезная уязвимость, и вы будете вынуждены переходить на более новую версию фреймворка или там зависимости или еще как-то. Вот. И это может быть очень-очень больно. Гораздо легче, если делать... Ой, Коля, вот. Ты, видимо, на улице где-то, а у тебя дикий шум идет. Все понял. Ага, спасибо. Ребят, если больше таких вопросов нету, можно, наверное, перейти к следующему докладу, поблагодарить ребят. И... Извините, да? На самом деле тут Денис задал интересный вопрос, как найти нужную строчку, которую нужно изменить в 40 тысячах строк. Тут, наверное, потому что это прозвучало в докладе прозвучало, что поиск в одном файле может быть куда проще, чем... структуре файла. Мы на самом деле тут имели в виду, что если ты примерно знаешь, как функция называется, проще нажать Ctrl-F и просто по всему файлу. И редактор это сильно быстрее сделает, чем индексировать вообще все. Я о другом, что вот надо сделать маленькое изменение, почему оно делается долго. Ну это же как в том анекдоте, типа за удар молотком 5 рублей, а за что знать, куда ударил, до 500. Так это... Вот, я думаю, что у Юли тут небольшой комментарий про это есть. Она мне шепнула на ушко. Там на самом деле все решалось каким-нибудь дебаггером, например, в JavaScript, консоль-логами бесконечными, потому что там еще были проблемы с именованием функций и переменных, и они там часто назывались, знаете, как в плохих примерах студенческого кода, типа там var1. Вот что-нибудь такое, и там только выводить это куда-нибудь в консоль и смотреть, зашла я сюда или нет вообще. Вот такая штука. Угу. Да, причем дебаггер к Lua подцепить это еще и не самая тривиальная задача, с учетом того, что там использовался Lua JIT. Если до этого не работали, то придется очень долго искать, но, насколько я понял, много кто пользуется просто выводом в консоль куда-нибудь или в файлик. Интересно, вот есть ли у присутствующих... Да, сейчас скинем ссылку на Telegram. Есть ли среди присутствующих люди, которые видели в проекте файлы длиннее, чем вот наш рекорд в 60 тысяч строк? Вдруг у кого-то было больше? Может быть, я видел, я не знаю. Я тогда не считал. Но это были очень длинные файлы. 20 тысяч точно были. И это был .NET, если что. Не, ну 20 тысяч – это уже детский размерчик, что ты. Не, я просто не помню. Ну ладно. Спасибо большое.